только рюкзак. Можно носить малыша вот так, в положении лежа. Вот у вас руки свободные. При этом вот эта часть, она будет жесткая. То есть не провисает, не сминается. Как тряпка, она держит свою форму, поддерживает малыша. Можно носить также малыша в положении сидя, только переделать. Вы будете не вместе с ребенком, как я, а наоборот. Сначала одеваете, а потом ложите малыша. Просто у меня кукла, я могу сидеть. Вот так вот, лицом к маме. Малыш будет сидеть на вот такой вот подставочке. При этом ножки будут малыша вот так вот. Профилактика дисплазии. Можно носить вот так вот в положении сидя. Можно вот этот козыречек отогнуть и носить в положении уже лицом туда на дорогу. Эту часть уберете, можно носить на дорогу, можно носить лицом к маме. Вот такая вот модельчика.